Депутаты хотят объявить мобилизацию для собак. Да, все настолько идет по плану. Федот Тумусов предлагает использовать в качестве пушечного мяса для разминирования оккупированных украинских территорий собак, которые мотаются без дела по улицам. Также он предлагает отправлять их на передовую. Да потому, что он угнал машину Джона Уика, сэр, и убил его собаку. О. Недавно Госдума также приняла закон, который позволит убивать бездомных животных, если им не нашли хозяев.